Всем привет, друзья. Меня зовут Близочка. Я работаю певицей Ёлкой. И сейчас со мной будет происходить форсаж, судя по всему. Дадите отмашку? Оно, главное, чтобы оно звонило, и в нем был интернет. Это важно. Сначала КВН, потом стендап. Ну, сейчас эмо-рэп очень распространенная штука. А будут готы рэперы, как вы думаете? Дальше. Аванс, на который можно в Прованс, я думаю, так. Дальше. У каждого должны быть внутренние рамки. Дресс-код, он как-то нас слишком уравнивает. Дальше. Ну, слушайте, в принципе, наличие транспортного средства — это уже неплохо, а все остальное — нюансы. It depends, как говорится. А смотря для чего? Ох, ребяточки. Сложно, сложно определиться. Чтобы выбрать, все так вкусненько. Но я вот люблю, когда вот в балансе, чтобы и то, потому что если только говорить счастье, то достаточно приторно получается, а если только морозить душу, то как-то совсем дно случается. Мне нравятся обе прически, я еще бритых женщин очень люблю. Наверное, все-таки балет, тут я по классике пойду. Ну, Винни-Пух. Ну, Винни-Пух. Тиндер — это там, где надо знакомиться, а Убер — это там, где надо кататься. Ну, то есть и там, по идее, можно покататься. Убер. Вот их тандем шикарный. Давайте без или-или. Ну, я бы с радостью танцпол всегда, но иногда вот реальность меня сталкивает с вип-зоной. Лиза и Ёлка. Я же Лизочка, но я Ёлка. Тогда понятно. Тогда все становится понятно.